Ассаламу алейкум. Қалайыңыз қалай? Үшелер аман ба? Қалай жағдай? Как ты, брат мой? Как ты, родной? Я вас наблюдаю в ТикТоке, Ютубе, смотрю, как ты там дела делаешь, красавчик. Просто душа болит за тебя, душа плачет. Мужчина ты настоящий, мужчина, красавчик ты. Правильно, я вот это твое смотрел тоже. Как ты насчет свадьбы, там говоришь. Вот вчера я посмотрел насчет нефти, которую ты говоришь. То есть нефть, я говорю, а другой там нефть. Насчет свадьбы, чтобы не было пьянки, не было вот этой выпивки. Совершенно с тобой согласен, правильно. Так оно и должно быть на свадьбах, на мусульманских свадьбах. Общая выпивка не нужна. И пусть органы смотрят, чтобы дальше не баловались, не ходили пьяными. Вот тогда все и прекратится. Ну, такой, я тебе сказал бы, полный такой запрет, да? Но запрет именно на свадьбах, на там, других местах общественных. Но свадьба это и есть общественное место, где очень много народу. Могут быть молодежь, дети там. Вот, вот в таких местах желательно, чтобы этой выпивки не было. Красавчик ты, брат. Ва-алейкум ас-салям, Джабраил, брат. Я рахмет, рахмет за поддержку. Я думаю, по-другому не должно быть. Ты правильно говоришь? Надо сперва постепенно начинать именно с казахской национальной свадьбы. Правильно ты говоришь? Там дети ходят, там бабушки, аксакалы ходят. А это устраивает там пьянку, понимаете? Потом начинают там друг на другом ржать. Нажрутся, как свиньи, а потом аксакалов заставляют танцевать. У нас, казахов, никогда мы не танцевали. У нас вообще нет понятия танцев. У нас вместо танцев было всегда спорт, спорт и спорт. Поэтому надо вот именно отсюда начинать, с казахской национальной свадьбы. Все четко делать, и чтобы там сидели имамы со всеми. А то же имамы же не ходят на свадьбу. Почему не ходят? Потому что там арак льется. Они к себе приглашают имамы в мечеть. Там провели обряд, никах, и все. А должно быть никах, я говорю, там в зале со всеми. Это тоже целая атрибутика, чтобы все видели, все родственники. А не то, что на свадьбу приехали двое там, и 5-6 родственников, и все на это. То есть вот так вот, брат. Рахмет за поддержку.